Привет! Сегодня 25 мая. Такая жара стоит в Санта-Розе. Уже который день. Я говорю, Ташкент отдыхает по сравнению вот с Санта-Розой, с такой жарой. Я сейчас показываю то дерево, которое цвело так красиво. Вот я показывала розовыми цветами. Я не вижу плодов. Она вот как липа. Можно даже назвать это дерево липой. Что нету плодов-то. Мы сейчас едем сдавать анализы на ковид. А я думаю, что они присылают вот это все вот мне? Ковид-19, ковид-19, уже месяц или два. Присылают и присылают, а оказывается, дело-то в том, что ничего не успокоилось. Мы сейчас едем по Санта-Розе, по северной Санта-Розе. Здесь недалеко этот Мэйсис, там вот эти все магазины, Нордстром, Рак. Но это я еще не показывала. Вот я сейчас показываю Санта-Розу, и я напоминаю, что мы едем сдавать анализы на ковид. Наконец-то я спокойно говорю уже это слово, которое было под запретом долгое время. Едем вот на такой Мазде красной, для которой покупали там в Сан-Рафаэле запчасти. Ну, красиво все равно, ничего не скажу. Санта-Роза красавица. Очень жарко сегодня. Я там внутри не буду снимать, потому что я не хочу подвергаться риску и вообще выходить из машины. Я только издали засниму, где здесь вон написано E-Emergency. Emergency. Так это там с велосипедом бомж в остановке устроился. Это так вообще ужасно. Опять здесь уже красно-коричневая такая вывеска, что здесь можно сдать анализы. Вот мы подъезжаем. Так что видео будет... Сейчас мало будет видео, они будут короткие, если вообще будут. Вот столько людей приехало сдавать анализы или и работать, наверное, здесь, и вообще. Прям какая-то новая вспышка, что ли. Это уже почти 2 месяца они мне это присылают на телефон. Ну все, я отключаюсь. Спасибо, кто поставил лайк моему скромненькому видео. Пока. Это вот то, что нам дали в Emergency. 2 упаковки. Но 1 упаковку дают в руки. Больше 1 не дают в руки. Вот 2 упаковки. 1 тест уже проверили. Слава богу, отрицательный. Вот так он выглядит. Там внутри палочка, которую надо засовывать в нос. Помещать в нос. В общем, так как-то.